21-1, поздравляем, красавчик! Сделано! Полумарафон, лучше! На территории национального парка «Земля леопарда» прошел трейловый полумарафон «Лео Ран». Такое уникальное беговое событие – это совместный проект бегового клуба «Ран ДНС Ран» и федерального государственного бюджетного учреждения «Земля леопарда» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, а также администрации Хасанского муниципального округа и правительства Приморского края. Мы пытаемся расширить вот эти вот беговые мероприятия, чтобы люди могли насладиться вот полноценно вот этими разными экшенами. Вот сейчас у нас такое летнее мероприятие. Весеннее было, это ледовый полумарафон. И мосты Владивостока, это осеннее мероприятие, тоже очень прекрасное беговое, такой беговой праздник. Бегуны преодолели дистанции 3, 5, 10 и 21 километр по живописной и дикой природе. Данное мероприятие проводится уже в третий раз, и с каждым годом число участников становится больше. Мы приехали с поселка Врангель, восточная стивидорная компания. Участвуем первый раз. Ожидаем от забега крутых эмоций. Встретить леопарда. Лео Ран, конечно, это подарок, потому что здесь 5 подъемов, 5 спусков на 5 километров. Очень приятно. Была удивлена. Спасибо, что не было жары, погоды не испугались. Большое спасибо организаторам. Вот тоже на работе поддержали всячески. Так что всем спасибо, очень довольна. Организаторами были созданы все условия для комфортного пребывания участников. Каждый мог угоститься вкусным таежным чаем, подкрепиться традиционным пловом, сделать гравировку на заветной медали и провести время в зоне отдыха. Конечно, мы всегда стараемся сделать мероприятие безопасным, не стараемся, мы делаем мероприятие безопасным, комфортным, так что участники, приезжая на площадку, могут переодеться и принять даже душ после мероприятия, поесть, попить, поэтому атмосферу праздника мы создаем. Среди победителей забега был распределен призовой фонд в размере 300 тысяч рублей, а также призерам были вручены подарки от партнеров мероприятия. Мы, конечно же, как организаторы волновались, потому что, прежде всего, погода. Нам хотелось, чтобы не было солнца, потому что это жарко, и нам хотелось, чтобы не было дождя. В принципе, погода нас услышала, и сегодня, думаю, благоприятная температура для всех участников. И самое главное – это получать эмоции от финишеров. Отметим, что одна из главных целей полумарафона – это привлечение внимания к сохранению популяции дальневосточного леопарда. Часть средств от продажи билетов будет направлена на мероприятие по сохранению одного из самых редких животных планеты. Яна Коган, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.